Значит, смотрите, для того, чтобы проверить клапан на стиральной машинке, для этого этот клапан я снял, а вообще я их, как правило, не снимаю со самой стиралки, а просто на вот эти два контакта подаете 220 вольт. Если начинает вода поступать в машинку после этого, то это говорит о том, что этот клапан исправен. Ну, если вы хотите еще померить сопротивление катушки, то оно где-то от 3 до 5 килоом будет. Вот если ее померить, сейчас я покажу. Так. Смотрим. 4 килоома показывает. И если водичка не пошла после того, как вы вот сюда 220 вольт подсоединили, и никаких звуков, там он не гудит, ничего. Такой клапан просто под замену, и все. Больше как бы тут диагностировать нечего. Всем спасибо. До встречи в новых роликах.